Сегодня школьники после каникул вновь приступили к занятиям. К началу второй четверти Министерство образования и науки Республики подготовило методические рекомендации для составления новых учебных планов. Изменения коснутся объемов изучения татарского языка. Однако обновленные рекомендации не одобрила прокуратура Татарстана. Юридический анализ выявил несоответствие документа федеральному законодательству. Эти методические рекомендации разработаны, приняты для того, чтобы к ним были готовы школы, чтобы потом второй раз, уже третий раз не переделывать учебные планы. Как только мы законодательно на федеральном уровне этот вопрос окончательно согласуем, вот только после этого эти методические рекомендации можно будет использовать. Для изменений на федеральном уровне министр образования и науки Татарстана Энгель Фатахов неоднократно ездил в Москву. Также во внимание приняли итоги обсуждений в Общественной палате республики и мнение родителей школьников. Выступление Фатахова ожидается завтра на 33-м заседании Госсовета Татарстана. Тогда и должна быть определена судьба татарского языка в школьной программе. Куда мы без татарского языка? Татарский язык у нас является государственным языком. Мы привыкли к тому, что наши дети сегодня изучают татарский язык. Но изменения будут внесены в части с точки зрения увеличения количества часов русского языка. Учебные планы поменяются.